чердак. Может, ее хватит, чтобы забраться на чердак? Посмотрим, что там наверху. Браво, Геральт. Ты обошел все мои ловушки. Лето? Признаюсь, тебя я тут встретить не ожидал. Ты с ними? А кто они? Для императора наемники. Сами себя они называют охотниками за головами. А для меня это обычные ублюдки. Что ж, меня ты можешь не опасаться. Я принял заказ от одной старушки, обещал ей избавиться от чудовищ. Здесь я тебя уже выручил. Надеюсь, ты не забудешь об этом, когда пойдешь за наградой. Кому ты перешел дорогу на этот раз? Император решил избавиться от неудобного свидетеля. После Лок-Муина я встречал много желающих меня убить. Теперь понятно, зачем все эти ловушки. Приходится быть осторожным. И видно, не без причины. Эти на заблудившихся путников не похожи. Само собой. Значит, Людвиг меня продал. Людвиг? Старый знакомый. Работал я с ним как-то. Это он навел меня на это место. Может, эти внизу нашли тебя сами? Я скорее съем свой сапог, чем в это поверю. Надо от них избавиться. Ты идешь? Иди. У нас есть план? Будем импровизировать. Слабовато они вооружены для наемных убийц. Это только разведка. Проверяли, не обманул ли Людвиг. Остальные тоже где-то рядом. И твой старый знакомый, должно быть, знает, где именно. Только он знал, что я здесь. Значит, он им все и рассказал. А теперь я с ним немного поговорю. Разговор обещает быть интересным, я бы с удовольствием на это посмотрел. Так пойдем вместе. При виде двух ведьмаков язык у него развяжется куда быстрее. Держись рядом. Это место хер найдешь, если не знаешь, где искать. Поближе! Знаешь, как бывает в нашей профессии? Вечером пьешь вместе вино,
а утром проверяешь, не обокрали ли. Как ты с ним познакомился? Это было еще до того, как...